Сейчас еще один очень интересный элемент – это колонки. То есть, когда у вас большой экран, очень удобно, когда, например, файл index.html находится с одной стороны, с другой сразу видно файл в стиле CSS. Итак, как это все реализовать? Идем, по-моему, да, view, layouts, и здесь видим колонн 2, колонн 3, колонка 4. То есть можно вот Alt-Shift 1, одна колонка по умолчанию, Alt-Shift 2, две колонки, Alt-Shift 3, 3, Alt-Shift 4, 4 колонки. Давайте попробуем. Alt-Shift 3. То есть все разделилось на 3 колонки. Alt-Shift 2. Все разделилось на 2 колонки. Так, идем назад. View. И обратите внимание, что точно такими же комбинациями клавиш можно указать 2 строчки вместо 3 колонок. Так, и либо вообще все можно разделить на 4. Так, сетка такая, видите, да? Но опять-таки, если экран маленький, то это немного неудобно. Давайте мы перейдем Alt-Shift 2. Сделаем, например, две колоночки. И вот этот файл стиля можно спокойно перетащить сюда. И сразу же работать и со стилями, и с HTML файликом. Согласитесь, это очень удобно. На видео у меня, конечно, я ограничен размером видео, само окошечко. Но на моем мониторе, если на весь экран сделать, то получается довольно-таки интересная штука. И очень-очень удобно получить, ну, верстать таким образом. Так, дальше идем. Давайте я верну Alt-Shift 1. Все в одно поле. Вы же, если вам позволяет размер экрана, используйте две колонки. Уверяю, вы не пожалеете.